Всем привет, дорогие друзья, с вами Иван Спецназовец, и сегодня мы завершаем играть в War Robots. И, как видите, мы сегодня будем играть за робота под кодовым названием Голем. Как видите, так, он у меня тут прокачан. Ну, не полностью, конечно, пушка сейчас тут прокачивается, одна из некоторых. И давайте попробуем начать бой. Я его снарядил всеми тремя стволами, и легкими, и тяжелыми, и ракетами. Давайте попробуем надрать кому-нибудь железный зад. Так, город. Так, предупрежу сразу же, к точке я не ринусь. Так, нормальные герои всегда идут в обход. Надо зайти к ним с тыла. Чего там? Это разборка питерская. Эй, патимейкер. Хотя есть один минус. Что я вот тут к маяку подхожу, как видите. Так вот, меня могут грохнуть. Куда он стреляет-то? Так. Осталось 6 минут. Блин, меня атаковали. О, мы все точки взяли. Молодцом. Сейчас должна засчитываться победа. Блин, не все. А, ну понятно, кажись. Блин, некоторые отбивают.
О, мы победили. Фух. Классно. Конечно, чуточку бесит, что тебя убивают. Ну, знаю, никто не хочет проигрывать. Но все-таки классная игрушка. Это, наверное, была моя последняя серия по War Robots. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пальцы вверх. Подписывайтесь на мои каналы. Ну и на этот, и на прочие. Иван Мультипликатор, детектив под прикрытием и в гостях у Ивана. Ждите новых видео. А с вами был Иван Спецназовец. И мой боевой робот, боевая броня под кодовым названием Голем. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.